Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. Придуманная Хазан отговорка ради Кирими, для Синана станет последней каплей, подтверждающей его подозрения. А Егис уверен, что Хазан солгала насчет газетных вырезок. Хазан в шоке от реакции Синана, и для нее будет непросто оправиться после его обвинений. Несмотря на требования Егиса рассказать всю правду, Хазан чувствует, что ради братьев обязана стоять за своими словами. С другой стороны, Фазилит поймал Эджи и Ясина вместе, и теперь боится, чтобы это не дошло до ушей Хазима, старается спасти брак дочери. А посмотреть очередную 22-ю серию можно будет после 12 ноября.